Нестор, Бузырь, проплывет целый бассейн на спинке. Поплыли, Нестор. Вот такой вот мальчик молодец. Ну, вначале я учу девки держать палку. Видите, вот он держится на спинке. Хорошо. Вот. Но ножки у него работают неправильно. Я не переучиваю сейчас работу ног, потому что мы его будем учить плавать разом. Первый стиль у него будет раз. Поэтому я не переучиваю. А потом, когда уже научится разом, тогда уже будет переучиваться на спинку. Умница, Нестор, умница, молодец, молодец. Это у нас будущий брасист. Умничка. Теперь проплывешь на ногах брасом, хорошо? Сейчас эти доски. Сейчас Ольга Владимировна тебе досточку даст. Так. Сейчас досточку, да? Как мы сегодня учили ножками. Вот, смотрите, держится. Видите? Движение. Давай. Поплыли, Нестор. Видите, вот это вот движение у него размыло. В принципе, чуть-чуть, конечно, мы потом будем еще и вместе ножками. Но дело в том, что все равно вот движение у него есть. Понятно, что за один раз он будет не научиться. Но посмотрите, как он молодец. Видите, вот две ножки. Когда вместе, ну, сейчас устал уже чуть-чуть, конечно, такого не заметил. Да, и первый раз. Умница. Молодец, Нестор. Умница, молодец.